приготовим тарталетки. Берем готовое слоеное тесто бездрожжевое и раскатываем. Делаем кружочки. Раскладываем кружочки на противень, на бумагу или коврик. Берем вторую часть теста и делаем кружочки меньшего диаметра, чтобы получился бортик. Накладываем друг на друга, смазываем желтком с водичкой и запекаем в духовке 180 градусов до золотистого цвета. Как тарталетки подрумянились, достаем их из духовки, остужаем и начиняем слабосоленой семгой, которую мы посолили, и икрой. Очень вкусная закуска на праздничный стол.